Мы стоим на развалинах крепости периода первого храма, которым примерно 2800 лет, с потрясающей панорамой на в том числе древнее еврейское кладбище, которым хранили в период первого и в период второго храма. Под нами большое количество пещер. И вот мы видим крепость. Крепость закончилась, и перед нами здание синагоги периода Талмуда. Как положено, вход в нее с восточной стороны. Мы видим даже колонну оставшуюся у входа. И вот тут же перед нами уже новое еврейское поселение Ливна. Столько периодов в одном месте.